Друзья, приветствую вас на моем YouTube-канале. Как всегда, мои обзоры короткие, информативные. Вопросы общего плана вы можете задавать в комментариях, но более подробно самые лучшие цены и номера при бронировании туров у меня. Все мои контакты в описании под каждым видео. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Каждый день я выкладываю самые интересные предложения соотношения цены и качества. Итак, Бината отель находится в Сиде. Бывшее название Club Sirena Beach Hotel. В 2022-2023 году была полная реновация, и отель открылся под другим названием. Это неплохой вариант и недорогой, соотношение цены и качества, особенно привлекательные цены в июне. Я уже бронировала этот отель, знаю, с вылетом из Москвы примерно на 7 ночей от 180 тысяч рублей на двоих. Это недорого, но при этом это хороший отель цена-качество. Состоит из главного двухэтажного здания, 11 трехэтажных корпусов без лифта. Красивая зеленая территория, небольшая, она компактная. Повсюду фигуры таких милых жирафов, натуральный рост, качели, гамаки. Все это добавляет уюта. Отель работает только в летний сезон. В отеле есть совсем маленький тренажерный зал, прям совсем скромный. Питание в отеле происходит по системе ультра, все включено. 5 а-ля-карт ресторанов, необходима предварительная резервация. При проживании от 7 ночей возможно одно бесплатное посещение. На территории отеля, как вы уже могли видеть, два открытых бассейна. Главный бассейн расположен около корпусов и рядом детский бассейн. Также есть бассейн с горками, все бассейны без подогрева. Для деток есть мини-клуб, детская площадка, детский аквапарк и детский бассейн. Собственный песчано-галечный пляж. Естественно, зонтики, шезлонги, все это бесплатно. Глубина наступает достаточно быстро. На пляже расположен снэк-бар и сцена для вечерней анимации. Значит, про номера. В семейных номерах по два балкона и по две ванны. Это очень круто, потому что есть хорошие такие отели дорогие, где совершенно ужасные семейные номера вагончиком расположены. Вот в этом отеле очень уютные семейные номера. В этом видео вы увидите номер Selectum Garden Room, который с джакузи. Он расположен в доп-корпусе на первом этаже. В каждом номере будет сейф, чайный набор и мини-бар пополняется только водой. Халаты и тапочки, все это по запросу, нужно спрашивать. Значит, если коротко, из плюсов, компактная территория и очень большой пляж. Обратите внимание, галька, хотя это Сиде. Современные интерьеры, стильные дизайнерские решения – это плюс. Отличный снэк-бар на пляже с разнообразными блюдами обслужат официанты по меню. Достойный выбор блюд в главном ресторане, хороший выбор бутылочного пива. Есть импортный алкоголь в лобби-баре. Бесплатный интернет, естественно, на всей территории. Детский взрослый аквапарк – тоже плюс. Из нюансов, я не назову это минус, это нюансы, не очень хорошая уборка территории, но если вы сделаете замечание, сразу все уберут, прилетят. Детский клуб интересен будет только малышам, на мой взгляд, то есть, ну, максимум до 6-7 лет. Ну и галька при входе в море, да, тут есть и плюс, и минус. Я, например, гальку очень люблю, потому что очень красивое, чистое море, но, с другой стороны, не очень удобен без специальной обуви, особенно если у вас маленькие детки. Вот, вы сейчас видите этот номер, который с джакузи на первом этаже, находится в доп-корпусе. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал и обращайтесь за бронированием. Все мои контакты в описании под каждым видео. Все кликабельно, друзья.